Здравствуйте, меня зовут Светлана, и сегодня мы с вами поговорим, как и когда соединять молодое поколение, если вы купили или вывели сами молодых курочек. И вот уже на носу, как говорится, у нас холода, холодная осень, когда соединять, как это правильно делать, как мы это делаем в своем хозяйстве. То есть у нас, когда вводится в основное стадо молодая птица, особых проблем нет. Ну, 2-3 дня они чуть-чуть погоняют молодок, потому что всегда вливается не одна-две молодки, потому что если поштучно, то они начинают очень активировать на них свое внимание. А когда их уже несколько вливается, там 10-15, то, как говорится, особых проблем не бывает. Мы это делаем для того, каждый год, чтобы у нас был оборот стада. То есть взрослые несушки в следующем году, которым сейчас уже второй год, как говорится, отработают свое время, а молодое поколение у нас останется. То есть с оборотом стада мы имеем возможность быть всегда с яйцом и зимой, и летом, и осенью, независимо от линги и времени года. Это действительно работает, проверено на себе. Главное не перекармливать птицу, потому что птица наша всегда смотрит, чтобы поесть вкусненького. А вот это наше перекармливание, вот это наше жаление, как говорится, от нее, что мы ее жалеем, ах, вот они смотрят. Приводит к тому, что даже молодая птица не запускается в яйценосность. Сейчас очень много вопросов. Вот 8 месяцев не несутся, что делать? Есть такой крутой способ проверить. Берете птицу, забиваете и смотрите. Если она вся в жиру, то вы ее сильно перекормили. И надо уменьшать рацион, делать ей, как говорится, хорошую физкультуру, чтобы она начала терять вот этот жир и постепенно запустилась к яйценосности. Но этот процесс не быстрый и долгий, потому что исправлять ошибки очень тяжело. Желательно, конечно, нам с вами их не делать. Почему я говорю? Потому что я это прошла сама. Я могу об этом сказать твердо на своем опыте, потому что когда мы начинали, мы тоже кормили день и ночь, и в обед, и все, вот видите. Они у нас поели с утра, все, вот сейчас у них разрезана тыква вчерашняя, они доедают, они тут были вчера самостоятельно, качан капусты доедают, они выйдут до тонкой-тонкой корочки, корочку я, конечно, уже выбрасываю в перегной. Ничего не троим сейчас, вот особенно тыкву, просто разрезала, но чтобы им было всегда чем-то заняться. Это и, как говорится, это к тому, что птицу не перекармливаем. Сейчас я покажу, как мы содержим. У нас в этом году 3 поколения молодых птиц. Четвертое поколение у нас уже здесь. Самое первое, которое они у нас уже несутся, вон кричат. Сейчас потом покажу яички. Яички средненькие, но начинают постепенно увеличиваться. Спрашивали тоже, вот вы купили Ломак Браун, полгода отнеслись, яйцо мелкое. Это может быть такая линия. Может быть, где-то сбои самого яйца уже генетически предрасположено формирование именно такого. Это все работа внутренних органов, работа яйцевода. Мы с вами можем это не поправить. А так начинает птица нестись. Может яйцо быть сначала без шкулопы, потом маленькое-маленькое, должно постепенно-постепенно оно добавляться. Ну, вот смотрите, у нас вот этот отсек, в нем были индюки, это у меня так быстро, как говорится, для всех и сразу, через сетку взрослые куры. Сейчас я буду смотреть, ловить, которая птица сформировалась, подрезать им крылья, потому что вот эти вот амируканы, они очень быстро легковесные, подвижные, могут, как говорится, перелететь туда. Чтобы этого не было, крылышки чуть-чуть подрезаем 2 крыла каждый год и перепускаем взрослым. Сразу где-то пустим штук 10, чтобы не было особой. Сначала они будут стоять, конечно, здесь, а потом постепенно мы их будем приучать, загонять в сарай, и они будут уже зимовать там. Остальные молодки, которые еще маленькие, будут подрастать где-то до начала октября, вот до середины. А потом мы то же самое сделаем с ними. И сюда мы переведем последнее наше поколение, которое сейчас, они у нас находятся в парнике. И все, как говорится, оборот стада у нас в этом году аж прошел 3 раза. Вот, как говорится, мы с яйцом будем всю зиму, лето и весну. Потому что если держать одно поколение, то есть вы видели, например, в апреле, они все равно уйдут в линьку, и птица в линьке не несется. Потому что сейчас у меня здесь несколько курочек, они остались, но они несутся. У них сейчас линька уже заканчивается, но в следующем году их надо уже убрать. Вот смотрите, птица, видите, это мои формирования, видите, уже она доросла до тела взрослой птицы. Видите, все, крылья мы уже ей подрезали, не буду показывать, все прекрасно знаете. Она уже должна, ей уже 3 месяца, 3 с хвостиком, пора и туда идти, чтобы она уже начинала привыкать и к нашествам, хотя нашеств у них есть, и к взрослым курам, и к петуху. И мы начинаем постепенно, просто смотрите, беру, просто перебрасываю. Все, вот сейчас я всех так буду пересматривать и туда перелавливать. Петя,
Вот смотрите, здесь у меня последнее поколение. Вот это, смотрите, Ломан Браун, они белые петушки. Берите цыплят, определяете. Цыплята светлее мальчики, темнее вон девочки. Перепутать нереально. И вот сейчас смотрите, видите, кто вам что не говорил, вот это не девочка. Это мальчик, он уже виден, но я уже умею отличать. Очень понравились мне цыплята в этом году. Я их покупала, не уводила, потому что не думала, не гадала. Здесь Ломан Браун, бройлер ходит, дохаживает, и цветной бройлер Мастер Грей. Мастер Грей мы в том году оставляли на яйцо. Хорошая птичка, хорошо несется. К весне получается изумительная тушка, но только до весны. Все. Вот сейчас тех начнем. Вот стоит Мастер Грей. Видите, какая курочка уже сформировалась. Они в том году у меня занеслись 4,5 месяца. Туда-сюда сейчас Мастер Грей пойдет тоже в то стадо постепенно. Сначала к подросткам, потом она уйдет уже, как говорится, к взрослым. Птица массивная, сама себя согревает. Цветной бройлер несет хорошее яйцо. То есть зиму они у нас прожили при минус 30, неотапливаемом курятнике, без проблем. И вот Ломан Браун. Видите, Ломан Браун уходит рыженькие. Здесь я им поставила стол. Все-таки уже ночи у нас холодненькие. Вот последних бройлеров мы уже туда-сюда будем убирать, потому что они, ну, времени катастрофически не хватает. Но они уже у нас все. Комбикорма я уже сейчас не даю никому ничего. Они уже вот это яйцо, кормушка, они тут порассыпали. И утром зерносмесь. Все, выпускаем их туда, уже можно побегать. Им очень нравится сейчас зекать по улице на солнышке. Вот, здесь у них насыпан овес, проса и пшеница чуть-чуть. Ничего не молотое, ничего цельнокройное. И бройлер ест, и все остальные. То есть комбикорм уже все. Я убрала и полностью у них из обращения. И так, чтобы всегда быть яйцом, делайте оборот стада. Да, это затратно. Да, это отнимает много времени и сил. Но если вы хотите достичь хорошего результата и, как говорится, не покупать магазинное яйцо даже для себя, просто по 7 штучек, вот так периодически, ну 10, где-то кто-то что-то бывает выбыл, вы всегда будете с яйцом. Вы знаете, кто-то снес, начал нести у меня салатовое яйцо. Не знаю, американы еще вроде бы маловаты. А вот эггеров тоже здесь нет, они более серые. Видите, молотки начинают нести вот такое яйцо. И вот уже, видите, оно добавляется. Это вот молоткины яйца. Сейчас они больше тревожить я их не стала. Пусть они несутся, видите, они кричат. Так что делайте оборот стада. А еще очень главный фактор того, чтобы ваша птица была всегда здорова, когда вы покупаете птицу. У кого-либо не было, у меня, у соседки, всегда присутствует карантин. Всегда. Отселяйте их. Если нет, как говорится, места, ну придумайте. Ну, конечно, вот сейчас осень была, пол парника отдайте им. Убрали помидоры или помидоры выпустили. Ну, чтобы они 2 недели побыли у вас. Отдельно даже от вашей птицы. Сейчас это лето возможно. Помидоры они особо не съедят, они уже все на верхушках. Но вы увидите птицу, то, что вы привезли. Потому что сейчас пошли вопросы, что делать. Купили птицу. И ихняя птица заболела, и это болеет. Исправлять ошибки очень тяжело. Большое спасибо, кто поддерживает наш канал. Мы есть и в Телеграме. В Телеграме там маленькие посты, где-то могу что-то я выкладывать, потому что это занимает меньше времени, чем монтировка все-таки полного ролика. Будут вопросы, задавайте. Не всегда могу помочь, но по возможности всегда отвечаю.